Ну так как, мастер? Поищите пропавших работников. Они пропали? В каком смысле? А в самом простом. Сгинули вместе с материалом. Я заказ сделал. Дюжина телег приехала, а пять по дороге потерялись. Там инструменты, провизия, материалы и прежде всего специалисты, включая главного архитектора. Я писал архитектору, чтоб присылал новые планы. А мастер мне на это, что архитектор, мол, у нас, в Ардаиза. Вот и выходит, что он... Тоже пропал. Я понял. Я посмотрю, в чем тут дело. О, мастер! Не знаю, как вас благодарить. Только поспешите. Мы без этих пяти телег просто работу не закончим. Этот гвинт меня доконает. Моя семья занимается виноделием уже 4 поколения. Ой, с печальными результатами. Вашу кислятину пить невозможно. Поэтому мне, а не ему, вы должны продать Бельгард. Как должностное лицо, я действую от имени княжества, а Бельгард сейчас собственность княжеской казны. Главный казначей высказал личное пожелание, чтобы Бельгард попал в руки ответственного собственника. А говорят, у вас обоих большие неприятности в ваших собственных владениях. И пока вы с ними не управитесь, о продаже Бельгарда и речи быть не может. Ну и что? Доволен теперь? Все из-за тебя. Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка! Люди, слушайте! Объявляю, что Матильда де Верментино – проклятая психопатка! На проклятую она не похожа, но она очень разозлилась. Ты, должно быть, ей здорово насолил. А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? Более того, я ценитель. Ну тогда, вижу, мы договоримся. Слушай, а вот эти мечи, ты их для парада носишь? Или и махать ими умеешь? Это мое орудие труда. Я ведьмак. Ты работы, случайно, не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгард. А эта крыса канцелярская ее не продает, пока у меня в коронате неприятности. Смотря какие неприятности. В общем, там все не здорово. В посадках завелись какие-то чудища. Мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина. Кто-то похитил травницу.
Порядочно несчастье на одну винодельню. Знаешь, что я думаю? Я думаю, это все Матильда. Ее рук дело. Личико у нее сладенькое, а нрав как у дьяволицы. Так что, поможешь мне? Я могу этим заняться, но не бесплатно. Ну, разумеется. Какая твоя ставка? Столько у меня нет. Ты не мог бы немного уступить? Звучит разумно. Похоже, это работа для ведьмака. Ладно, я тебе помогу. Я тебе, правда, очень благодарен. Спасибо. Моя винодельня к востоку отсюда. Ты точно не заблудишься. А теперь прости, надо поговорить с писакой. Может, еще что из него выжму. Честно, тут у каждого второго только вино и барышни в голове. Так-то. Тссс, ты ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом. Кошмарный тип. Такие вот хуже всего. Дерзкий взор, морда, как у эльфского полубога, а сердце подлое, черное. А, неважно. Так уж складывается, что я тоже хочу купить Бельгард. А в моей винодельне Верментино в последнее время дела, прямо скажем, не очень. Какое стечение обстоятельств. Да какое там стечение? Я уверена, это Лиам решил подложить мне свинью. И не одну. У меня кузнец и бондарь странным образом исчезли. На делянке завелись какие-то кровожадные растения, которые людей жрут. На павлиньем таку тоже неспокойно. И дело в том, что если я не управлюсь со всеми неприятностями в Верментино, никаких шансов выкупить Бельгард у меня не будет. А потому давай ты поможешь сперва мне, а потом уже и Лему. Я заплачу в два раза больше него. Очень жаль, но столько у меня просто нет. Ты хочешь воспользоваться моим несчастьем? Я думала, ты мне по-настоящему поможешь, без всяких там подлых штучек. Я помогу тебе, хотя бы попробую. Чудесно! Ты не представляешь, как это для меня важно. Моя винодельня к западу отсюда. А я пока здесь побуду. Надо проследить, чтобы Лиам не выкинул какой-нибудь номер у меня за плечами. Ясно. Будь здорова. Этот тусент интересный край. Это правда. Ну, хорошо. Каждый раз, когда сюда приезжаю, словно попадаю. Рыцари мелькают. Говори с командиром. Честно? Второго, только вино и барышня. Так-то. Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу какой-то забияк. А вот и повозка. Проснись. Оставь меня в покое, ведьмак. Эй, вставай. Что? Но! Проснись. Белый волк, спаситель наш!
Добрый вечер. Вставай. Пардончик. Ну, вставай. Святой Лебеда послал мне тебя. Надо быстро починить телегу. Меня ждут на стройке. Прощай. Тяжко на службе с пустым брюхом. Просто замечательно. Осмотреться. Раздробленные кости. Черт, это сильная тварь. Глубокие следы ног, кровь. Человек просто пытался сбежать. Что-то есть. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Спасибо, мастер ведьмак. Да хранит вас святой Лебеда. Пошла.
Но... Нехорошо. Хрен ты моржовый, а не ведьма. Спасите, ваша милость. Ну, сука, давай сюда. Спасите, ваша милость! Пёс тебя в шум влезал! Собираешься, как пёс на блядь! Спасите, ваша милость! Слишком медлишь, седой! Эй, ты! Спасибо вам, ваша милость! А это вы тот славный ведьмак, верно? Верно. Только приведу в порядок повозку и поеду к памятнику. Там меня уже ждут. Давай, плотва! Навались! Святой!
лебеда. Потихоньку. Чарли! Чарли! Святой лебеда! Спаси! Котоглазик! Покажи этим паршивцам, где их место. Пехота! Ребятки! Вали его! Гвардия! Сука! Гвардия! Святой лебеда! Шевелись! Спасите! Для меня чья кишка! И зачем им все это? Все равно нечего красть. Молотки, кусок камня. Понимаю. Мне пора. Делу время, потехи час. О!
Прошу вас, господа, ведь таким образом мы и правда ничего не узнаем. Мне важно только одно. От работы кони дохнут. Что, драться расхотелось? Много здесь крови. Кикиморы? Yeah.
Яйца кикимор. Надо их сжечь к сучьим. Значит, здесь закончили свой путь пропавшие работники. Но! Впечатляет. Ой, клянусь ранами лебеды. Надо идти. Я помог закончить памятник, как ты и хотел. Мастер, что бы я без вас делал? Все почитатели пророка лебеды будут возносить за вас хвалебные молитвы. Но ты-то мне заплатишь? Ну, разумеется. Вот награда. Заказчик у нас человек серьезный, деловой. Мы ожидаем массовые паломничества. Так что стоимость работ полностью отобьем года за три. За пять так точно. У нас, сударь, все подсчитано. Ну, остается только пожелать удачи. Сиятельные княгини.